Премьера состоялась месяц назад и было распродано все полностью. Итак, внимание, главное предложение дня. Специальная поставка от итальянского бренда Домити. Чудо инновации и технологии. Эксклюзивно для телезрителей телеканала Shop & Show мы представляем мини-печь, духовку, гриль, кофеварку 3 в 1 от бренда Домити. И представит ее, конечно, нам человек, который знает все про вкусные рецепты, про готовку. Наш эксперт, шеф-повар с огромным опытом Николай Демидов. Спасибо еще раз, Оленька, за представление. Да, это современные технологии. Это, конечно, экономит и пространство, экономит ваше место. Я, знаешь, вот так вот хочется руками прям вытащить, потому что горячо, ничего страшного. Это 3 в 1, это многофункциональная вещь. Вы здесь можете приготовить и тосты, и сможете приготовить абсолютно любые завтраки. Вы сможете приготовить и на гриле здесь что-то сверху запечь. А это может быть как раз тот самый омлет утренний. Ну и, конечно, никто вас не лишает утреннего кофе, потому что утренний кофе приготовить сразу, одновременно, вместе с едой, это, конечно же, заслуга и победа именно итальянского бренда Домити. Посмотри, мы вот так вот достаем кофейничек, вот таким вот образом наполняем в наши чашки, которые у нас тоже, кстати, сегодня продаются, да, анаморфный рисунок также присутствует, яркий, вкуснейший, ароматный кофе, и тоже можно приготовить именно в этой многофункциональной 3 в 1 духовке. Это и кофеварка, еще раз напомню, это и гриль, это, конечно же, и возможность готовить на этом грибе. Легко ухаживать, легко готовить. Именно все это как раз-таки присуще вот такой вот духовке. Посмотрите, пожалуйста, вот так. Он. Да, я уже его просто плита беру горячими, голыми сказала. Руками. Да. Да, 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 абсолютно верно. Вот тот самый омлет, который мы можем с вами приготовить и нужно. Вы закладываете абсолютно любые продукты, ингредиенты. Mm-hmm. Дальше все, что вам нужно, просто это нужно включить. Mm-hmm. И вуаля, у вас готовит и омлет, и в этот момент также у нас варится кофе. Что мы получаем с вами в итоге? Получаем многофункциональную машину, я бы не побоялся. Такую мини-кухню на вашей кухне. Итак, давайте посмотрим. Вы можете выбирать в 2 цветах, в красном и в черном. Мой фаворит красный. Я собираю красные акценты на кухне. Коля выбирает черную себе. И смотрите, вот какая легкая, компактная, мобильная, но такая функциональная. Посмотрите, что вы получаете. Здесь все очень легко, интуитивно. Одна кнопка включает отдельно кофеварку. Кофе готовится, вы в это время включаете, все просто. Температуру выставляете и таймер. То есть вы можете загрузить еду, поставить таймер, он автоматически сработает, отключится, все приготовится. Это то, что нужно сейчас для нашего времени, когда нужно делать все быстро. Согласен. Здесь же у нас решетка, здесь же у нас противень. То есть все в комплекте есть сразу. Базовые необходимые предметы. То есть, как в обычной духовке. Да, все верно. Очень тут компактная. Очень интуитивное и простое управление. Также здесь простое и понятное использование. Вот он, тот самый противень, на крышка котором мы... включена. Крышка включена в комплекте. Да, тот самый противень, с которым мы можем жарить, можем готовить омлет. Ну и, конечно, очень легко открывается как раз какая-то емкость, куда можно загрузить кофе. Может быть, он и будет перемолотый. Может быть, это будет чай, травы, абсолютно точно. И мы с вами получаем еще и вот такой замечательный чайник. Этот чайник у нас разогревается. Снизу есть нагревательный элемент. Легко его поднять. Выполнен он из высококачественного термостекла. Ну и, конечно, очень легко и компактно его туда спрятать. Ну и это еще не все сюрпризы. И инструкция идет в комплекте, верно, конечно же. Так что мини-печь 3 в 1 от бренда Домити. По специальной цене только сегодня 3999 рублей. При оплате картой 3799 рублей. И вы экономите на отдельно кофеварке, отдельно на гриле, отдельно на духовке. Все в одном. Это какой бренд сотворил такое чудо? Все, мы говорим сегодня с вами, конечно же, про бренд Домити. Да, вот он самый Бернардо Домити, который как раз-таки-то у нас с вами и придумал всю эту историю. Нужно отметить, что, конечно же, детство он любил проводить у бабушки. В России разные яркие красные мотивы его навеяли, навеяли его на то, чтобы что-то придумать интересное. Дальше Бернардо Домити начинает путешествовать по миру, ищет заводы, на которых будут производиться инновационные технологии. С помощью инновационных технологий получаются интереснейшие и качественные продукты. Причем они абсолютно разные. И, конечно, мы получаем и качество, и получаем и инновацию. Где вы видели? Вот именно так, чтобы 3 в 1, да, многофункциональная вещь. Вы посмотрите, это же как легко, как удобно утром взять и приготовить такой вот
полезнейший завтрак. Это что-то невероятное. Это инновационный гаджет на вашей кухне, который занимает минимум места. 3999 рублей. В прошлый раз было распродано абсолютно полностью. Мы попросили по вашим многочисленным просьбам специальную поставку. Поэтому сегодня не упустите момент. Если вы впервые включили, это будет ваш первый заказ. Потрясающая возможность. Потому что летом больше не будет эфиров с этой мини-печкой. А ведь именно летом, именно на даче нам необходимо. Мы вот уже вовсю живем на даче, дорогие друзья. Вот, Коль, у тебя тоже, я знаю, есть дача. И у меня, например, там кухни как таковой нет, да? Ну, на даче тяжело, согласен. Вот стол есть, да, это нужно либо газ подключать, либо... И вот иногда просто нет такой вещи, чтобы не кушать дошираки. Согласен с тобой. Вот полезно питаться как раз-таки-то и мы можем. Если мы заранее с вами продумываем завтрак, а если у вас еще и большая семья, то, конечно, вам нужно подумать над тем, чтобы сразу что-то приготовить. Вот я считаю, что три в одном — это как раз-таки-то та самая история, где вы сможете приготовить чай, будь то кофе, где вы сможете в духовке сразу что-то запечь интересное и вкусное. А может быть, вам захочется приготовить не только что-то в духовке, а вы сможете еще и нас порадовать своими какими-то кулинарными шедеврами. Поэтому не стесняйтесь, можете нам написать, что вы уже там приготовили. Ну и, конечно, нужно отметить, что быстрое приготовление омлета именно в такой квадратной порции, это, конечно, тоже очень удобно. Берете разные ингредиенты, и вуаля, у вас все получается. Заметили, как удобно? Можно и чай наливать, да, можно и кофе готовить. Вот такой вот быстрый завтрак, буквально за считанные секунды у нас получился. Вот такого помощника вам точно не хватало. Легкий, компактный, функциональный гаджет. Три в одном! Вы когда-нибудь такое видели? Я впервые встречаю. Я восхищаюсь брендом Домити. Я горжусь, что мы можем представить на телеканале Shop&Show. И посмотрите, вот отдельно у нас кофеварка. Хороший пример. 2,5, да? Гриль 4,5 тысячи, мини-печь 5 тысяч рублей. Вот 12 тысяч рублей мы все это собрать можем. Можем ли это взять с собой на дачу, все три такие большие вещи? Места, нет. Места не хватит. А у нас цена 3999 рублей. Успевайте забрать сейчас вашего помощника. Успевайте мини-печь от бренда Домити. We'll be right back.